Вот, Саша, старый корпус. Очень сильно развалился. Все кирпичи видно. То есть за ним не ухаживали, за здание. Здесь в 2009 году, вот здесь, в этом классе, в кабинете, то есть получается, с первым классом и вторым классом, вот здесь, между ними, произошел сильный пожар. 2009 год, это я помню. Еще Валентина Макаровна еще находилась здесь, под тушили. Я частенько заходил после работы к ней. Когда выкупила Санкт-Петербургская академия это здание, просто половину закрыли, остальное себе оставили. Вот это здание, новый корпус, в который в старшие классы ходили. А в младших классах все полностью закрыто. Сейчас там состояние такое, что опасно ходить там, провалиться можно на второй этаж, если подниматься. Все окна разбиты полностью. Вот. Получается, первый, второй, третий кабинет. Вот и три, вот внутри серьезный пожар был. Потому что вещь заколочена все полностью. Говорят то, что короткое замыкание было. Первоначально был в 2000 году СГЛ, да, СГЛ находился. А в 2002 я уволился с армии, пришел, устроился на работу. В 2009 году был пожар серьезный. То есть гуманитарный лицей, там проводов понацепляли, и правильно, нагрузка была. А вот Валентина Макаровна кабинет по биологии. Это у нас столовка, вход в столовую. Там выход, это столовая.